Так, давай я пойду налево, а ты направо видел, там есть лестница на здание справа. И прыгать там. Да не прыгать, там вылезь просто на лестницу и прикроешь меня. О, у меня же две гранаты есть, это отлично. Вы, люди, прикиньте, на кошмаре. 8 патронов в пистолет — это уже золото. Так, стой там, не прикрывай. Я тут сам выживу. Так. Тут все окей у нас наверху. Выползешь точно? Да, да, да. Ты там как лягушка ползаешь. Нет, как червь. Это тебе больше подходит. Ну спасибо, блин. Не за что. Я сегодня добрый. Попробуем гранату закинуть по самое, не хочу. Ой, подлагивает что-то люди. Ой, что так лагать? Лагать-то начало. Ой, вот это лаги. Это, наверное, из-за меня. Я хост. Лаганый. И меня убили. И ты залаганный. Да, блин. Это все равно весело. На обычном уровне сложности это проходилось бы, но... Так, даже не запомнили, о чем мы тут делали, товарищи? Да как меня? Кто меня ударил? Иду. Да ладно, я отлежусь. Да, блин, я уже... Мне уже самому надо отлеживаться. Ну вот. Я на солнышке лежу. А меня пристрелили. Пока ты там на солнышке лежал. Майора фул задрот. Куда-нибудь гранату нужно кинуть? Да бросай куда хочешь. Окей. В тебя можно? Не, спасибо, а я воздержусь. Сегодня гранат не употребляю. Ну, я давно его не ел, гранат. У меня тут просто тела маячат. Ну, мне тоже не особо весело. Как? Да ладно, отлежусь. Точно? Нет, не уверен. Я зомби ягодицу прострелил. И он превратился в гигантскую красивую бабочку, которая пердит и меня весь экран закрывает. Не, ну хоть бы сначала игры нам дали нормальные патроны. Да какие патроны? Это кошмар. Вообще, это кошмар. Патроны, патроны целых 20. Им деся счастье. Не высовывайся, а я сниму. Снял. Красавчик. Я через окно попробую. Они гадрут, как иранцы. Даже в этой игре уже какой год. Для да ч- пор... чё это было? Это был Джава в красной куртке. Грёбаные гопники из 90-х. Это уж скорее иранцы. Ты слышал, как они разговаривают? Если я выпью, то я не так могу разговаривать. Хотелось бы послушать. Ладно, теперь я попробую по улице пройтись. По улице? Да, да я тут с винтовкой нормально. Ну ладно, я пошел в дом. Давай, я на тебя надеюсь, на твое прикрытие, по крайней мере. Я тебя не прикрою из дома. Из дома не надо. Ты меня с улицы прикрой. Дайте мне патронов побольше. Сука! Ой, извините. Может пробежим? Давай сейчас я попробую пробежать. Да ты не пробежишь. А я попробую.
Ну давай. А ты меня прикрой, постарайся, по крайней мере. Если бы была скорострельность у винтовки побольше. Вот попробуй скорее, пока я бегу на лестницу. Ну давай, давай. Нет, не, не, я не смог. Но я попытался. Но зато тебя накормили. Опять! У них что другого добивания нет. И ржет себе. Слушай, не ты ли его озвучивал? Возможно. Очень с ним похоже. Так я еще раз попытаюсь это сделать, только быстрее. И ты меня прикрой посильнее так. Ты пока бежишь до лестницы, я успеваю снять двух Джао. Все. Давай, 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 я почти пролез. Да, я пролез. Нет, я спрыгнул! Он спрыгнул, ты прикинь. Ну и зачем? Сиди там наверху. Все по тебе стреляют, нормально. Он без башки спокойно стоит. Так. О, Клеша ко мне лез, а ты его, кажется, снял. Снял, снял. У меня один патрон, что мне сделать? К тебе уже никто не лезет. Да-да-да, все к тебе лезут. Как? Твою мать. Держись. Да ладно, он меня со снайперки пытается снять. Оружие, я так думаю, не действует, когда ты при смерти. Вот тут тебе бы сидеть и хорошенько стрелять. Вот это у тебя убойная снайперка. У тебя что, оружие поменялось? Да нет, какое было, такое осталось. Все, убили. Чё? Ты чё, прикалываешься? Да. Короче, сейчас ты туда беги, слышь? Ну давай, если ты меня прикроешь. Чем бы? У меня 8 патронов на пистолете. Да, разработчики больные. На кошмаре надо, чтобы было хоть как-то по-человечески все равно. Твою сука мать! Вытянешь? Нет. Да, точно нет. Да я только вылез, мне сходу очередь в морду. Ну как, свинец вкусный? Давай, еще раз. Давай. Свинец уже вкусный? Да, свинец уже вкусный. Давай. Так, я уже там. А тот Джава, что был наверху и спрыгнул с тобой вниз, уже мертв. Отлично. Очень. У меня патронов нет, у меня один боевой нож. Да, ты же у нас боевой Крис, твою мать. Ну и не настолько хардкоренный-то. Да настолько, ты же орал, орал, хардкор! Хардкор мясо! Ну я не... У меня нет слов. Ладно, сейчас погоди, я вернусь, ты меня там прикрой. Давай, я крою только на том углу, который вижу. Все, я тут. Ты меня слышишь? Да, да. К тебе лезут, к тебе лезет. Внизу около ящиков один. Красный, двое у тебя под лестницей где-то забирался. Один лезет. Я... Вижу. Сейчас еще один лезет. Понял, и спасибо. И на этом все, там еще один снайпер на конце улицы. Да они еще сверху прыгают тут откуда. Еще один лазит, еще один лезет. Ох, по колену и ломать шаю. Блин! Ладно, я к тебе. Снимет меня. По Нет. всем законам жанра. Я к не тебе. Снимет. Нормально, нормально, не лезь. На все уже. Мне патроны все равно нужны. Ну и ты, конечно. Ух ты ж, ничего тут патронов, ты мне тут богатый. Слушай, я тут. Черт, снайпер! Ты урод! Я только обладел патронами, я бы мог нас вытащить, а ты. Иди убейся об стену. Так, еще раз беги туда.
Окей. А я тебя буду информировать, когда ты их почти всех перебьешь, и я к тебе. Эта игра люди похлеще, чем ходячие мертвецы. Да, здесь помощь друг другу, грубо говоря, это тот же кооператив. Давай. Должен стоять во главе. И он тут стоит во главе, потому что без кооператива вам тут делать нечего. Особенно на кошмаре. Так, меня сняли на крыше. Я его снял. Встанешь? Да я-то встану, ты только меня прикрой, пока я ползу. Я прикрою. По крайней мере, тех мобов, что я вижу. Одни около лестницы, там, где ты был. Так, все, я вылез из этой передряги. Так, я тебя проинформирую, если кто-то будет лезть к тебе снизу. Давай, давай, я пока поснимаю этих нубов. Блин, зомби с автоматом, до чего дошли, блин? Ко мне лезут, да? Нет. Твою, сука, мать! Наверху к тебе кто-то пришел, так думаю. Вытащишься? Да. Давай там держись. Да держусь, пытаюсь, по крайней мере. Ну все, там все снизу почти сняты. Еще один к тебе бежит. Забирается один. В синей куртке. Все, почти забрался, все забрался. Круто. Еще один. Снайпер. Понял. Еще один, вот, да. Все, на другой улице я вроде не вижу никого. Прикрой меня, пока я к тебе бегу. Сможешь? Вижу только левую сторону. К тебе еще один лезет. А, нет, стой, он стоит около тебя там. Так он мне крест тут отдышку использует. Я не буду высовываться. Так, с левой стороны вижу. Снял. С правой никого нет. Ну, по крайней мере, кого бы я видел. Под лестницей есть кто-то? Кажись, никто. Вроде никто не шевелится, не стреляет. Спрыгнул. Я наверх. Стой, я наверх. Грузовик! Ты вообще наркоман? Да, есть немного. Да я это заметил уже давно. Лезут. А нет, не лезет. Это не Вася-то. Так, теперь ты наверху. Да уж. Ну, извини. Я не знал, что грузовик приедет. Попробую прикрыть сверху. Лезут трое к тебе. У меня патронов-то не так много, слушай. Я, конечно, разбогател немного, но не настолько. Я прикрываю. Давай. Да, это похлеще игра. Я вам советую, людей. Это лучше мультиплеерной игры в хардкорной вы не найдете. Так, к тебе больше никого после этого. Вообще там больше уже, кажись, никого. Один внизу. Умер. Умер? Ладно, я пойду посмотрю в бокс, что там. Так, у меня два патрона и все, я пустой. У меня еще есть магазинчик. Так, вроде никого нет, все. У тебя там патроны сверху? Нет, как? Нету ничего там. Не, ну я все равно полезу, проверю. Да, вдруг проверю. Ты что-то там решил приныкать. Я такой, знаешь. Ныколова. Вперед не спеши. О, у меня же травка есть красная, но я лучше пока сберегу ее. Она нам еще пригодится. Давайте. Че он там базарит? Закладывают заряды для взрыва. Сейчас тут все бомбанет, так что лучше отойти. Да а я не прикинь, прикинь, нас сейчас взрывом убьет. Я лучше вообще туда к баттеру отойду. И к БТР-ке, короче, пошел. А, не, нормально. Что там, бомбануло так? Да не, они, походу, выгрызли замок. Жесткий у них. Контрольная точка. Ой, класс. Это что за кружок появился?
А, это его прикрывать надо. Ну вы издеваетесь, а? Чем мы его прикрывать должны? РПГ. Сверху. Я сниму. Давай. Чёрт. Я. Снял. Нет, не снял. Сука. Всё снял. Так, патроны умерли. Ох, страшной смертью. Очень. Или смертью так, храбрых. Я полез наверх, видел ящики. С патронами. Ух ты, где это ты? Ага, я туда. Хоть раз, ну кажись, ты там что-нибудь полезное. Ох ты, какие хорошие патроны тут. Джава лезет по низу. Давай, я прикрою тебя, там идет один. Они мазохисты. У меня нету ячеек. РПГшник! Стой, РПГшник. Стою. Он мутирует. Понял. У него клеша, клеша. Родился. У нас клеша. Твою мать, я отступаю. Да беги ты. Я его убил. Нет. Крою сверху. Черт, он ко мне идет. Хардкор месиво. Я с ножом побегу на него. У меня ничего нет. Ни ножа. Световая. Давай. Я его сзади. Убил? Почти. Все, убил. Прикинь, ножом. И натовские патроны выпали, то, что надо. Все, и меня убил какой-то тупой Джава. Твою мать. Ты прикинь? Не, сейчас вытянем. Замочить клешу ножом, а от какого-то тупого Джава умереть. Хардкор! Месиво. Звучит как запор. Ты мне меня не смеши. Не, ну реально, чё, не так? Ну запор на каких-то местах, ну ладно. РПГ снял. Патроны себе натовские снял. Твою мать, бабочку сделал. Хоть бабочку, давай делай бабочек. Ну делать красивых пушистых бабочек. Сука! Ты вытянешься сам? Да. Ух, ничего стоило, там по нам шмаляют. Как наши солдаты красиво ноги закидают. Наш. Как валютные проститутки. Ух ты, как ты какие-то некрасивые слова знаешь у нас, Айзек. Так, все, патроны кончились. Так, минус один. Ты? Нет, ты, блин. О, кто тут напердел? Ты? Что-то прилетело. Напердило и улетело. Прячься в укрытии. Он да почти закончил. Ну, там еще немного осталось. Ух. Вот это боевик. Если я захочу, если я хочу в следующий раз поиграть в таком боевике, возьму агента 007, а не Resident Evil. Клеша родился. Он родился. Call of Duty. Да уж. К тебе Клеша бежит. Да я вижу, а я от него убегаю. Да как ты мог? Сколько еще, Финн? Финн. А где он? Он вообще сдох, кажусь. А, нет, слышь, ты, любитель ближнего боя. Хардкор? К нам лезть в гости? Его... Нет, не лезут, спорим. Слепая пошла. Отлично. Секунд 20. На! Смотри, я в ближнем бою с клешей. Да я не смотрю, блин, я умираю тут. Ну, умираю, я с клешей в ближнем бою. Он еще с Узиха ходит. Ух ты, патроны нашел. Ух ты, патроны. 9. 10 патронов. А, не 10, да. Бежим, ну, скорее я... он открыл. А!
нет. Ух, ух, как красиво. Быстрее, 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 беги, беги. Ты пробежал? Да, я мужик. Слава богу. То, что ты мужик, слава богу. А ты жесткач. То, что мы сейчас видели, это натуральный представитель. Подожди, смотри, мне тут пишут подсказку. Танки нельзя повредить обычными оружиями. Какие к черту танки? У нас будут танки еще против нас. Танки? Зомби-танк. Так, давай осмотримся, может найдем. Значки надо искать. Да бросим его. Бросим, он нам не нужен. Танк? Да нужен он нам, чё ради одного-то? Ради одного мы все ляжем. Ищи патроны, черт, я вообще пустой. Иди ко мне, траву сейчас смешаю. Давай, давай, наркоман. Бульбулятор есть? Бульбулятор? Так хватит меня пинать, я тебя сам сейчас пну. А вот еще ящики. Я комбинировал, у меня трава 3 плюс К. Ага. Трава, амфетамин и героин. Жесткая смесь. О, черт, у меня только красная трава. Не могу ничего скомбинировать. Красная трава. И ветер северный, и красная трава. Как ты... Чё? А где ты лазишь, твою мать? А. Ой, вон. Чё, куда идем? Ну давай, вот сюда, к танкам. Я вообще не представляю, как мы танк вынесем. Может, я к нему тоже на бок запрыгну, слышь? Давай, полетел. Полетела. Опа! Птичка. Я летучая сучка. Фу, как самокритично. Да я тебя прошу, прикрывай меня, мне еще конец будет, если ты меня не прикроешь. Да я вообще по каким-то катакомбам иду. И у меня джаво. Поздравляю. Captain, over here! Куда? Ты куда, чувак? Я поплавать. Извини, меня в бассейне пустили, я шапочку забыл. Я забыл. Так. Ладно, я пошел поплаваю. Давай только аккуратно. У меня и так 10 патронов, блин. Ну, мне тоже. И 2 джава. Куда? Что куда? Captain, over here! Куда? Да я не знаю куда, твою мать, я сейчас умру. Ты чё, блин? Купи себе закрытый купальник. Вообще, а где я квала? Ты меня вообще слышишь? Да слышу. Меня тут имеют во все щели. Да ты нуб вообще, ты не представляешь, что мне приходится переживать. А, да, извините, вы купаетесь без купальника, сэр. Ты чё, издеваешься? Чувак. Слушай, это мусора. Друманин Дрин. Нет, Друманин. А, Друманин. Я всегда путаю, извините. Ничего ты не путаешь, что это специально. Так. Да блин, ну ладно, я поплавал. Оба! Удар через себя. Не, ну вы сволочи, умрите. Да блин, нет, опять. Я... Ты чё творишь? Я из-за да тебя ты... умираю, из-за того, что ты там ложишься. Да чё ты рассказываешь? Ты себе там воюй. У меня-то спокойно. Экран на тебя переводится. Нормально, по мне зомби попасть не может, пока я ползаю. Да ты там доползывайся, мне это вообще плохо. А, теперь меня убили, уважаемые. Давай, давай, режь его, режь, как свинью. Ох, красиво. Не дай бог мне из-за тебя опять поплавать придется. Я так говоришь, ты из-за меня плавал? Да.
Ты когда тебя там ранили, экран на тебя переводился, я не нажимал ни те кнопки, и меня сдавила машина. Ты не дохни, тем более. И че я вам не верю, сэр? Не знаю. Ух ты. Твою мать! Я успел уклониться. Я успел снести хэд. Твою мать, я клешню создал. Клешу? Твою мать! Он весь клешней покрылся. Мегакраб. Мегакраб, в натуре. Ну что мне с ним делать прикажешь? Ну что мне с танком прикажешь делать? Умирать. Это пожестче твоего краба. Ну чё, я жду твоего прикрытия. Да какого прикрытия? Мне еще пройти надо по этим катакомбам. Подождешь? Ну слушай, не могу. Извини, у меня тут двое клеш и два джаву. Голодных? И меня сейчас будут немного трахать в задницу. Закрой свой рот. Так некрасиво говорить еще и в эфире. Я тоже клешу, кстати, породил. Придется с ним ножиком. Так, сейчас пройду. Опа! Это цепкохват какой-то. Ну так держись там. Так, ко мне клеша опять лезет. А ко мне рука-лицо. Твою мать. Ко мне мега-клеша. А ко мне мега-рука-лицо. Блин! Короче... Ну, откройся, чувак. Все. Прощайте с жизнью, сэр. Я тебя ненавижу. Я ползу. Верь в меня. Я выжил. Красавчик. У меня тут танцы с мутанцем. Он боится ко мне. Подходи, он подходит и прыгает. Подходит и прыгает. А он ко мне подходит и прыгает. Подходит и убивает. О, ты чё? Что ж делать? Биться башкой об стену? Нет, ты лучше станешь великим Эмо. Великим Эмо. Да, хорошо, я понял. Сейчас взломали шейку матки. Так. О, теперь мне плохо стало. Наконец-то твоя очередь пришла. Ну, моя еще не пришла, для моей далеко. Я-то в безопасном укрытии тут могу отсидеться. А у тебя есть такое укрытие? Прикинь. А у меня такого нет. Ну, вам все самое худшее. Пробую пробежать. О, кстати, это идея. Что-то мы давно эмблем не находили. У меня такое чувство, очень. Что мы их пропустили очень много. Да ну. Ты серьезно? Ох, это было больно. А я пробежал. Давай теперь я пробегу, а ты умрешь. По законам жанра. А давай теперь по законам жанра мы оба пробежим. Это же голливудский боевик. Ты сек. Тогда я должен взять нож. Ну-ка. Беру нож и бегу на пролом. Я должен выжить, я же Рэмбо. Я Рэмбо! Вы все сдохнете! На! Блин, чувак! Чего? Почему? И меня прибили! Ну блин, я только Рэмбо из себя строить начал. Ты пока строил из себя Рэмбо, меня убили, потому что тебя показывали. Ладно, еще раз Рэмбо. Хотя ладно, это будет единственный дубль. Теперь без Рэмбо. Твою мать, клешоногий! Ух!
как он прыгает. Клешеногий, ох, красавчик. Нет, вот с клешнями, только клешни у него на ногах, а не на руке. Я вижу, это что такое? Это что такое? Говорю же, клешеногий, его из-за этого даже в армию не взяли. Кривоногий плоскост. Кривоногий плоскостоп, да. Надеюсь, я его сейчас не встречу. О, это было больно. Это было больно, потому что я опять получил пизды. Ой. Он мне проткнул колено. Ты одного не можешь вынести. Опять колено опять стрела в колено. Когда-то я был любителем приключений в Resident Evil. Пока не получил стрелу в колено. А в пулеметную очередь в колено не хочешь? Умри. Прикинь, он не умирает. Чё, слабо убить одного клешероногого урода? Один держит, другой бьет. Их тут трое. Если не согласен, я тоже над тобой ржу.